авиаторная платформа. Просим обратить внимание. Прибывающий поезд на станции не остановится. Просьба отойти за синюю черту. Какие-то полицейские дела. Успокойтесь и потерпите. Скоро все будут дома. Они просто приказали нам перекрыть посадку на все поезда. Какое-то расследование. Я уже перекрыл все пути. Диспетчер, тут какая-то драка. Сейчас выясним. Что за... Брось это! Полиция, сдавайтесь! Нет, чувак, я на платформе, пытаюсь попасть. Thank you.
Ты был прав. Оружейный барон ищет Викторию. Надо его остановить, пока не поздно. Он уже напал на след. Мой тебе совет, Амика. Хватай тебя и драпай. Нет, не люблю бегать. По моим сведениям, девчонка в Чикаго. Мы с парнями срочно отправляемся туда, но ты должен возглавить операцию. Ты готов, Бейт? Да, я слышу. Надо сцапать какую-то девку. Ее зовут Виктория. Дом тебе позвонит и скажет, где искать. Она где-то там прячется. Все ясно. Сколько возни из одной цыпочки? Она что, особенная? Придется привлечь парней. Цена удваивается. Возьми с собой Лени. Он доставит ее сюда. Лени? Хромой хрен? Цена утраивается. Прости, но он полный козел. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Идет. Лени, подойди сюда и дай огоньку. Давай, хромой хрен. Хромой хрен Лени. Заткнись, Вейд! Обожаю старину Вейда, он молодец. У меня от него мороз по коже. Вот за это я его люблю. Вейк Декстер безжалостный сукин сын. Но бояться следует его делового партнера, Тома Османда. Владельца клуба «Лисичка» на Бристоль-стрит. Это страшный тип, даже по моим меркам. В том плане, что он умен и у него хорошие связи. Это лишь вопрос времени, когда он выйдет на твою девочку в ее приюте. Откуда ты об этом знаешь? Если кто-то в Чикаго знает, знаю я. И Том тоже. Пришли мне его фото. За жопу мечтает каждый коп Чикаго. А значит, до лисички безопаснее добираться по тоннелям возле Рокси. Удачи, Амика. Девочкам нужна забота. Мальчики не пропадут. Отщепенцы, сплошь наркоманы. А за девочками надо приглядывать. Дьявол забирает девочек. Может, их заковает. Мусор отсюда можно вагонами вывозить. Боже, обосраться и не жить. Эй, я что-то нашел. Что там? Не заходи!
Соберись, лысый мужик, вооружен до зубов. Есть такая статья, урод, препятствие... Вот дерьмо! Что за... Да, он неаккуратен. Только проникнешь в клуб, обрати внимание на барную стойку. Дом любит быть самой гуще событий. Это с дороги, сука! Гребаные суки, я вас сейчас всех приеду! Убирайте с дороги, твари! Бежать! Все бежать! Давай, давай, иди сюда! Назад, приди все назад! Thank you.
взять его! Да! Я отправил парней за этой твоей птахой. Если он работает 47-м, ему надо срочно подрезать крылышки. Позвони мне, когда девчонка будет у тебя. Декстер чует барыш, и я намерен получить свою долю. Бывай, старик! Ты был прав. Дом искал Викторию. Я вовремя до него добрался. Молодец, Амиго. Круто. Да, он тобой интересуется. К тебе идут некто Вейд. Этот парень чокнутый, как мартовский заяц. Срочно тащи сюда свою жопу, иначе тут будет очень громко и я очень тебе перезвоню. Ясно.
Птаха, я возвращаюсь в Чайна-таун. Будь осторожен, не высо... Да? Тебе-то легко говорить, амиго. Этот Вейд. Говорят, он умеет развязывать язык. А у меня на языке такое, что мама не горюй. Давай быстрее. Птаха, не нервничай. Кого-то только что убили. Thank you.
Я же не идиот.